Выпускной – это начало нового, взрослого этапа в жизни. Еще не студенты, но уже не школьники. Более 200 мирнинских выпускников отметили окончание учебы на юбилейном 65-м вечере «Алмазные зори». Аттестаты на руках, а значит, время выбирать профессию. Программист, инженер-архитектор, дизайнер интерьера, юрист. Вот кем хотят стать мирнинцы. Новой жизни они не боятся, смело мечтают о будущем. На ближайшее будущее отучиться, найти любимого человека. Создать свою семью. Работать по профессии мечты, чтобы она давала мне, давалась легко и была в удовольствии. Эмоции переполняют, на самом деле, очень волнительно, очень долго ждали этого дня. А на самом деле, когда на сцену выходишь, вообще по-другому все ощущается. Очень рады, конечно. Ну, наверное, просто переехать в Москву и устроиться там, жить счастливо, хорошо. Моя самая главная мечта – это пойти учиться туда, куда я по-настоящему хочу. Я желаю будущим выпускникам успехов, счастья, ну и, конечно, терпения и сил. Всего же в Мирнинском районе попрощались со школой почти 400 выпускников. У нас медалистов по району 51, а Мирном будет 28. У нас топальники, которые получили двое школьников, они будут получать премию главы республики. А учителя, которые подготовили премию главы района, тоже в размере 100 тысяч.